В городском центре по благоустройству и озеленению кипит работа. В теплицах выросли тюльпаны. Самое время срезать урожай. 411 тысяч тюльпанов вырастили озеленители к 8 марта. Сотрудники срезают цветы, сортируют их по цвету и длине стеблей, бережно заворачивают бумагу и отправляют на хранение в холодильнике. Так тюльпаны лучше сохранятся до праздника. Самые популярные сорта – это Strong Gold, Strong Life. Это желтые и красные тюльпаны, Барселона, фиолетово-розовая, белая Антарктика, розовая Династия. Кроме них есть и новинки. Розовые и белые махровые брендини, Колумбус и Мондиал. Есть в ассортименте и двухцветные – белые с фиолетовым или красным кончиком. Луковицы цветов привозят в специальном рефрижераторе с соблюдением температурного режима. Высаживают тюльпаны в два этапа при температуре 5-9 градусов. Так, 5-градусные тюльпаны сажают в конце декабря, а 9-градусные – на 2 месяца раньше. В одной цветочной композиции 5 тюльпанов. Приобрести цветы можно в фирменных магазинах, а также в сети супермаркетов «Гулливер». Также в ассортименте розы, хризантемы, кустовые гвоздики и цветы в горшках. Анна Тищенко, Улправда ТВ.